Всероссийский архитектурный фестиваль Best Interior Festival, организованный Союзом архитекторов России, прошел в Гостином дворе с 1 по 3 октября. Точка над «и». Так определил общую тему куратор фестиваля, архитектор Борис Левян. Мы считаем, что совмещение этих двух фестивалей, зодчество и БИФ, наверное, правильная все-таки идея, потому что это дает такое всеобъемлющее представление о том, что происходит в нашей стране в области архитектуры и в области интерьер-дизайна. Главная тема – такая точка, да, точка над «и», либо это и начало, и конец. Для кого-то это начало, да, как точка, которую можно превратить в запятую, в линию, и потом уже в какую-то форму, рисунок, пространство, чертеж, все что угодно. Это какой-то символ начала, символ в каком-то смысле окончания какого-то произведения или какого-то этапа. В целом, хорошее настроение. Интересно, что приходили и студенты, и дети, и взрослые люди, и много людей, знакомых с профессиональным архитектурным сообществом, много интересных тем. Когда в 2017 году президент Союза архитекторов Николай Иванович Чумаков предложил создать отдельный фестиваль по интерьеру, мы с удовольствием поддержали эту идею и стали генеральным партнером этого фестиваля. И с тех пор, даже в условиях пандемии, архитекторы, дизайнеры представляют на суд посетителей свои лучшие интерьеры. В этом году Best Interior Festival проходил на одной площадке с международным архитектурным фестивалем «Зодчество» и выставкой «Build School», разделив с ними почти 30-тысячную аудиторию посетителей Гостиного двора. Предметные дизайнеры, декораторы и художники различных направлений представили свои работы в рамках раздела «Art Beef». Скульптура, живопись, арт-объекты и даже художественная ковка. На площадке Best Interior Festival кажется, что попадаешь в музейное пространство. Однако все эти объекты могут легко стать частью современного интерьера. Серию авторских работ представила художественная галерея члена Российской академии художеств, заслуженного художника России Леонида Баранова. В экспозиции можно было встретить искусные металлические изделия, полотна из мозаики, дизайнерскую керамику. Фестиваль шикарный, серьезная организация, очень интересные люди, общение. Рада здесь участвовать, вокруг такие классные скульптуры, арт-объекты, мне нравится, спасибо. Вставляем керамические горшки с математическими алгоритмическими паттернами. Суть этого проекта в том, что здесь соединены две диаметрально противоположные на исторической линии технологии. Самая первая технология – это керамика, которая больше 6 тысяч лет. И самая последняя технология – это математический алгоритм. И суть в том, что вот эти вот узорчики, которые здесь есть, создал компьютер. Математический алгоритм, причем рандомно. Best Interior фестиваль проходит уже много лет, мы о нем знаем. Так случилось, что мы прям попали в тематику. Деловая программа собрала в лекториях Гостиного двора более 30 спикеров, архитекторов и дизайнеров, производителей высококачественных отделочных материалов и художников различного профиля. Эксперты обсуждали влияние социокультурных перемен на творческие профессии. Спорили о том, какое значение имеет мебель, освещение и элементы предметного дизайна в современном интерьере. Я участвую в фестивале уже третий раз. Меня привлекает профессиональная публика, меня привлекает тем, что я могу показать свои работы, и прекраснейшая площадка Гостиного двора, замечательные устроители фестиваля, все плюсы. Участники делились наиболее интересными кейсами и примерами того, как скрупулезная работа над деталями может до неузнаваемости преобразить частный дом или классический open space. На фестивале мы представили для дизайнеров, архитекторов интересную концепцию, как стать дизайнером своего стула. Идея нашей концепции – то, что для любого сиденья, которое мы производим, Шеффилтон, модели, цвета, можно подобрать любой каркас, который мы производим. Здесь это площадка B2B, где мы находимся. Партнеров среди архитекторов и дизайнеров, помогаем им с подбором произведений в частных коллекциях. Хорошее дело, это интересно. Центральным событием стал смотр-конкурс «Национальная премия «Лучший интерьер». Обладателем «Золота» за лучший реализованный жилой интерьер стало бюро Олега Клотта с проектом «Загородный дом в поселке Малаховка». Это очень здорово, что мы здесь уже второй год подряд, получается, участвуем, и даже не только участвуем, но и выигрываем. Нам очень приятно, это очень какая-то такая замечательная вещь, которая разбавляет нашу московскую ось. Тем более, что мне кажется, что именно этот проект, он, в общем, вполне заслуживает действительно того, чтобы быть оцененным. Это один из не очень многих, к сожалению, проектов, где мы смогли реализоваться и как архитекторы,
и как и дизайнеры вот абсолютно полноценно, да, то есть это действительно такая цельная, классная работа, над которой мы трудились там. Очень много лет. Ну, да. года три. Четыре года, да, с проектированием, на самом деле очень потрясающий интерьер получился. Очередной раз Биф доказал, функция интерьеров давно перестала быть лишь эстетической. Тщательно продуманное и выстроенное пространство воздействует на нас не меньше, чем архитектура. Золотые эмоции и новые впечатления подарил своим участникам Best Interior Festival, который расставил все точки над «и». А мы ставим многоточие, чтобы через год снова встретиться с вами на этом фестивале.